больше не хочу. Ой, зачем я только вылупился из яйца? Несчастный, зачем? Она попробует еще раз. С меня довольно трех предыдущих. Я понимаю, если речь шла о чем-то действительно трудном. Но не суметь сделать простого дождя... Ой, я начинаю думать, что ты делаешь это серьезно, чтобы что вывести серьезно? Меня из терпения. Ну не говори, пожалуйста, глупости. Ты же знаешь, что я не нарочно. Я и сама не понимаю, что происходит. Ты должна сделать дождь. Что делаешь ты? В первый раз у тебя с неба посыпались лягушки. Во второй раз лотерейные билеты. В третий головешки. Вот, смотри, мы чуть не сгорелись по твоей милости. Что ты нам еще наколдуешь? Может быть, манную кашу или сапожные гвозди, да? Должно быть, я оговорилась. Сейчас я посмотрю тут. Ага. Ой. Нет, ну я и раньше иногда ошибалась. Но четвертый раз подряд такого со мной еще не бывало. Договорилась. Я тебе скажу, в чем тут дело. Рассеяна ты, вот что! Если, конечно, думать о всякой всячине, то непременно оговоришься. Сосредоточиться надо тебе, вот что! Ты находишь? Да! Да, ты прав. Я не могу сосредоточиться. И знаешь почему? Но. Потому что я вне себя от злости. От злости? На кого же ты злишься? Я злюсь? Я злюсь, что сегодня Вальпургиева ночь, самый большой праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра. Ну и что? А то, что я еще слишком мала для танцев. Так говорят старые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала с ними на Блоксберге. Ну, видишь ли, в твои 116 лет ты же еще не можешь этого требовать. Вот когда станешь постарше, тогда другое дело. А я хочу уже сейчас танцевать на Блоксберге. Чего нельзя, того нельзя. Ну, будь же разумней. Так, я чувствую, ты ведь что-то задумала, да? Я знаю, что я задумала. Сегодня же ночью я полечу на Блоксберг. Как? На гору Блоксберг? Послушай, ну старшие ведьмы тебе это запретили. Ха! Запрещено многое, но если я им не попадусь, ты? Да ты попадешься! Чепуха! Я появлюсь, когда они уже будут танцевать вовсю, а перед самым концом смоюсь! В суматохе, которая будет царить сегодня на Блоксберге, никто меня не заметит! Случай, огонь, мы
Хватайте сучья в огонь, не дайте костру угаснуть. Начинайте, начинайте первый наш танец, танец костра. Мы ведьмы, наше зелье немногим по душе. Царит веселье на нашем шабаше. Но пляски колдовские собрались в этот час. Мы ведьмы травяные, болотные лечные, домашние лесные, весь мир в руках у нас. Подуем, там тихо посвести, и в полночь наколдуем все то, чего хотим. Все звери или птицы пусть уберутся прочь, мы будем веселиться и колдовать из лица, а людям будут сниться кошмары в эту ночь. Или ты не знаешь, что детям запрещено сегодня появляться на Блоксберге? Отвечай. Не выдавай меня, тетушка. Сильно выдам. Ты должна быть наказана. Кто это? Почему здесь дети? Это ты пригласила ее, Румпумпи. Это маленькая негодница. Моя племянница! Я запретила ей появляться здесь! Но для нее, видите ли, слова старших ведьм — это пустой звон! Еще поплатишься за это, мерзкая девчонка! Пусть поплатится! Пусть поплатится! Главное, не тебя ее! Что происходит здесь, возле костра? Кто посмел испортить наш праздник, лучший праздник в году? Кто расстроил наш чудесный танец? Вот она! Вот виновница! Это маленькая баба-яга. Она нарушила запрет. Она танцевала с нами! И ты посмела явиться на Блоксберг? Несмотря на то, что детям это запрещено? Как пришла тебе в голову такая мысль? Сама не знаю. Мне вдруг очень захотелось. Я села на метлу и прискакала. Тогда садись и скачи обратно. Исчезни с глаз моих немедля, иначе я рассержусь. А нельзя ли мне хоть на будущий год участвовать в празднике? Обещать не могу. Но если ты станешь к этому времени хорошей ведьмой, тогда посмотрим. Ровно через год, накануне Вальпургиевой ночи, мы устроим тебе экзамен. Но это будет трудный экзамен. Стать хорошей ведьмой нелегко. Если ты выдержишь его, тогда посмотрим. Спасибо. Благодарю вас. Обещаю вам через год стать хорошей ведьмой.
тебе! Разве ты не хочешь ее наказать? Надо бы! Это надо! Наказать ее! Покажи! Покажи! Покажи ее! Покажи! Во всем должен быть порядок! Давайте! Бросим ее! В огонь! Давайте поджарим слегка! Нет, нет! Лучше запьем ее на недельку без еды в пустом сарае! Давайте! Болот ее по самые уши! Раз уж вы требуете наказания, Требуем! Тогда я предлагаю отнять у нее метлу. Пусть отправляется домой пешком. Живет она далеко, идти ей придется 3 дня и 3 ночи. Пусть себе топает, пока не доберется. Отнять у нее метлу и бросить в огонь. Ну, наконец-то вернулась. 3 дня я сижу на трубе, дурак дураком. Она где-то шатается. Как ты выглядишь? Почему ты хромаешь? Ты что, пришла пешком? У тебя же была метла. Да, была. Как это была? Что это значит? Это значит, что метлы больше нет. Метлы? Метлы уже нет. А, так, ну ясно. Значит, они тебя все-таки поймали. Я же это предсказывал. Оставь, Абрахас. Я хочу спать. Но сначала хоть позавтракай. Я тут кое-что приготовил для тебя. Нет. Спать. Послушай, Абрахас. Да. Отныне я буду заниматься не 6, а 7 часов в день. Так. Понятно? Да. И ты мне будешь помогать, хорошо? Ну, хорошо, только я пока ничего не понимаю. Главная ведьма обещала, что если через год я стану хорошей ведьмой и выдержу экзамен, она разрешит мне танцевать на Блоксберге. Вот как? Ты что, должна стать хорошей ведьмой? Да. А ей я отомщу. К кому? Главной ведьме? Да нет же! Тетке Румпумпи. Это она меня выдала. Это она настроила всех против меня. Кому я обязана разбитыми ногами и порванным платьем? Кому? Ей. Ну ничего. Я ей отомщу. Я наколдую ей. Ослиные уши! Костяную бороду. Ага! О. Ага! И еще коровьи ноги! А! И свиной пятачок. Ах! Послушай, ну мне на меня ты можешь это наколдовать. Она ведь такая же ведьма, как и ты, ей ничего не стоит расколдоваться. Ничего, тогда я что-нибудь придумаю. Я придумаю такое, от чего она не сможет расколдоваться. Ну ладно, ну предположим, ты что-нибудь и придумаешь. Но если ты сделаешь ей что-нибудь плохое, ты потом сама пожалеешь. Почему это? Да потому что ты обещала главной ведьме стать хорошей. А хорошие ведьмы не делают ничего плохого. Заруби себе это на носу.
Ну, разумеется. Ну, я думаю, что здесь мы все купим, что нам нужно. Ну, где же хозяин? Сейчас появится. Позвони еще раз. О, у нас покупатели. Здравствуй, девочка. Что-то я тебя не знаю. Ты чья будешь? Я... Мы из соседней деревни. Да, мы из соседней деревни. Поразительно. Говорящая ворона. Поразительно. Я слышал, что бывают говорящие вороны, но, откровенно говоря, не очень-то верил. Что прикажете? 100 граммов леденцов? 150. Сию минуту. Леденцы, сию минуту. Нет, где же они, где же? Нет, вот. Сию минуту. Ученая птица. Прошу, угощайтесь. Благодарю. Что вам еще предложить? А есть у вас метлы? Есть, конечно. Вот есть, есть веники. Нет. Есть и метлы. Вот, пожалуйста. Есть метлы. Есть... Щеточки для смахивания пыли. Есть и швабры. Есть... Нет, мне нужна метла. Метла. Понимаю. На палке или без? На палке. Палка как раз самая важная. Да. И она не должна быть слишком короткой. Понимаю. Все, сейчас солнце. Вот. Вот это, я думаю, подойдет длиннее. Сейчас нет. Я думаю, подойдет. Я беру ее. Нет! Да! Нет! Я беру! Да нет же, я... Я заверну ее. Теперь прошу... Это я сплю? Или это все наяву? Да, живут же в соседней деревне. Стой! Стой, колокольня! Облетай! Лети помедленнее! Не то сломаешь себе шею! Ты что, с ума сошла? Это же такая метла! Она меня не слушается! Что? Это снова моя метла! С ними всегда так сначала! Что? Метла новая! Надо объездить! Ой, полуничай, что-то... Ой, все, скоро ты устанешь и уберешься разом! Вот так! Уже лучше! Давно бы так! Ой, ну знаешь, даже мне было страшновато. А вдруг бы она тебя сбросила? Вряд ли бы я тебя подхватил и посадил на землю. Зря боялся.
Что-что, объезжать новые метлы. Уж это-то я делаю неплохо. Да, красиво, правда? Да. О, смотри, охотник. Вижу. Зачем ты на него плюнула? А потому что мне так хочется. Пусть он думает, что идет дождь. А ведь это нехорошо. Хорошие ведьмы не плюют людям на шляпы. Абрахас, отстань, надоел. Да, пожалуйста, я-то отстану. Но твоя тетка Румпумпель будет рада услышать о таких твоих вот штучках. Ей-то что за дело? Очень даже что. Представляешь, как она обрадуется, если ты не станешь хорошей ведьмой. Ха-ха-ха! Вот тебе и ха-ха-ха! Если ты хочешь отомстить, Румпумпель, ты должна стать хорошей ведьмой. Вот тогда она позеленеет от злости. Ты прав, Абрахас. Это будет моя месть. Но с сегодняшнего дня ты должна делать только хорошие дела. В хороших делах недостатка не будет. Нет, вот в чем дело. А, и давно вы так ищете? А с утра ищем. Да. Ищем. Они наполнили вдвоем даже одной корзинки. А ведь скоро зима, а мы не знаем, чем будем топить наши печки. А в чем же дело? А дело. Вот в чем дело. Ветер-то сегодня не дует, но никак ветра. Не дует. И ничего с деревьев не падает, ни одной веточки. Да, и нам не набрать ни одной корзины хворост. Вот. Если бы я умела колдовать, я бы наколдовала немножечко ветра. Но я не колдунья. Идем домой. Идем. Ну, пока ветра нет, нам тут делать нечего. До свидания, девочка. Пойдем дальше, вон туда за речку. Послушай, нельзя ли им как-нибудь помочь, а? Сейчас! Только держись покрепче, не то тебя сдует ветром! Там! Вот и здесь! Давай!
Давай, собирай, нам хватит на всю зиму. Что это? Это что это такое? Это что это такое? Ну-ка, немедленно вываливайте хвост из корзинок и выметайтесь из леса. Но мы всегда здесь собираем хворост. Всегда собираете, а теперь не будете, понятно? Почему? Старый лесничий нам разрешал. Старый лесничий... Стой, бабка! Кому сказано, старый лесничий был старый болван. Распустил, понимаешь, всю округу. Плюнуть некуда, кругом старушки шатаются с чужим хворостом. Так, немедленно вываливайте хворост, и если я вас еще раз здесь увижу, бабки, я вас обеих посажу в тюрьму, так и знаете, зарубите себе на носу. Господин молодой лесничий, что? Возьмите ваш хворост, все до сучка, только не сажайте нас, мы не годим в тюрьму. Вот и правильно. Слушайте, пойдем. Все, проваливайте, домой, проваливайте. Домой. Мы лучше замерзнем зимой дома. Все. Здравствуйте! Так, что ты тут делаешь? Я хворост собираю, дяденька. Ты что? Ты что? Ты что, не знаешь, что собирать здесь хворост запрещено? Нет, откуда же мне знать? Ах, не знаешь? Вот теперь знаешь. Все, проваливай, все. Как же? Вы не разрешите мне собрать хворост у дяденька? Вы не причините зла, бедные девочки. Если он девочка, он злой. Он посадит тебя в тюрьму. Знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Нет. Я сейчас тебя арестую. Я прошу прощения. Можешь оставить себе эти грибы и в придачу взять хворосту. Что со мной, а? А старушки? Что старушки? Разумеется. Я что, не сказал? Ну-ка, быстро собирайте хворост. Быстро! Хорошо. Что со мной такое? Господи. Так, теперь все, не только старушки, а все, кто хочет, могут собирать в этом лесу хворост, сучья и грибы. Так, что ж со мной такое, а? Я хочу сказать одно, а говорю совсем другое. Что это такое, а? Девочка, где? Тяжело, девочка. Да, дяденька. А ты хочешь, я тебе корзинку домой отнесу? Ой-ой-ой, спасибо, дяденька. Какой вежливый человек. Доченька, доченька, да если ты устал, ну давай садись на меня верхом. Доченька, я отнесу тебя домой. В самом деле. Поехали. Вперед, папочка. Дорогие старушки, милые старушки, если я остановлюсь, если это у меня получится, я немедленно возвращусь за вами, соберу ваш хворост, нарублю его, перевяжу, отнесу к вам домой и увожу штабелями. Вперед, папочка! Ну да чего же скучно, а? Скорее бы прошла эта пятница. Терпеть не могу пятницу. Что делать? Такой порядок. Всем ведьмам в пятницу скучно. В пятницу колдовать запрещено. Колдую, а? Можно закрыть двери, окна. Так, ты что? Ты что, сошла с ума? Да ведь кто-нибудь и видит, и тебе придется платить штраф.
Послушай. Да. А если колдовать с умом, никто ничего не заметит? Да ты что, не знаешь своей тетки Румпумпель? Она же наверняка следит за тобой и только и ждет того, когда ты сделаешь что-нибудь плохое. Не забывай, ты должна стать хорошей ведьмой. Скоро уже экзамен. Ну ладно, ладно, успокойся. Пойдем. Эй, кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь, а? Нет, никого. Здесь есть, а? Нет. Здрасте. А вам чего? Вы не покажете, как нам выйти на дорогу? Конечно. Мы пошли за грибами и теперь не знаем, куда нам идти. Конечно, покажу. Но сначала вам нужно отдохнуть. Выпить кофе и поесть. Спасибо, мы действительно очень проголодались и устали. Пошли со мной. Огонь! А как вас зовут? Меня зовут Томас, а это моя сестра Вронни. Очень приятно. А где вы живете? Мы живем в городе, наискосок от базара. Знаете гостиницу? Золотой бык. Знаю. Это гостиница и трактир нашего отца. И мы сами там живем. Какая я чумазая, ой. Держите. Спасибо. Спасибо. А ты кто? А ты отгадай. Откуда мне знать? Ты сама должна сказать. Я Баба-Яга. Ура, Баба-Яга! Я ведьма. А это мой дом. Дом. Это что, настоящая Баба-Яга? Это нас съешь, да? Не в коем случае. Ой, это кто? Она хорошая ведьма и не сделает вам ничего плохого. Конечно, не сделаю. Я забыла вас познакомить. Это мой друг. Очень приятно, Абрахас. Ух ты, здорово. А ты умеешь колдовать? Конечно, умею. И наизусть, и по книгам. Наколдовать вам что-нибудь? Да, конечно. Сейчас. Стой, одумайся. Ты что, забыла, что сегодня пятница? Мы просто-напросто закроем двери, закроем окна, никто ничего не заметит! Я не совсем... Убирайте со стола! Нам с кастрюлями, ужасными чистюлями. Оставьте ваши штучки, довольно вам скучать. Берите крышки в ручки, давайте танцевать. Давайте танцевать, давайте танцевать. Добавлю колдовства. А эта штука медная, ты застоялась, бедная. Вот колокол чудесный звенит он бим-бам-бом. Тут в нашем доме тесном, все станет кверху дном. Пора. Ой,
это, Вронь! Посмотри на наши корзинки. Тут было всего лишь несколько грибов, а теперь они полные доверху. У тебя одни белые. Это ты наколдовала? Нет. Что ты? Вы, что вы? Ты. Чего только не бывает и без всякого колдовства. Вам надо идти. Вон видите тропинку возле старой сосны? Она приведет вас к дому. Идите. А ты не придешь к нам когда-нибудь в гости? Правда, приходи! Мы показали бы тебе нашу кухню, погреб, конюшню и быка Корбиньяна. А это кто? Это наш любимец, большой бык. На нем можно ездить верхом. Приду, обязательно приду. А когда приходить? В воскресенье, через 2 недели. Как раз будет праздник. Отлично, в воскресенье я у вас. А теперь бегите, уже темнеет. До свидания, маленькая мамыля. До свидания. Была пятница. Вот бы все пятницы проходили так быстро и весело, да? Было бы совсем хорошо, если бы твоя тетка Румпумпель ничего не видела. Нашего быка на премию для стрелков. Да, на премию лучшему стрелку. А тот его, как обычно, зарежет и зажарит. Эй, вы чего? Да ну тебе. А потом все стрелки сядут за стол и съедят нашего быка. Так. Если его никто не выиграет, такое тоже может случиться? Да не может. Стрелкового праздника без победителя не бывает. Ты так думаешь? Бывает всякое с моей помощью. Все будет хорошо. Успокойтесь. Ать-ба! Ать-ба! Посторонись! Посторонись! Ать-ба! Ать-ба! Посторонись! Посторонись!
Ой. Пожалуйста. И... А. Отличные ребята, не зря идет зарплата. Смельчаки, весельчаки, королевские стрелки. Вносим мы поправку к веру, мы не грабим лишних фраз. И за 10 километров попадаем зверю в глаз. Всякий раз. Мы весь год зимой и летом разлучны с арбалетом. А тяжелый арбалет — это не кардебалет. Вносим мы поправку к ветру, стрельбы — это не игра. И за 20 километров попадают комара. И ура! Пусть не очень мы речисты, шатели мы артисты. Как маркулики, королевские стрелки. Вносим мы поправку к ребру на количество дождя. И за 40 километров метим шляпку от гвоздя. Не глядя! Не глядя! Сегодня... Это торжественный день. Я имею честь сердечно приветствовать вас в нашем празднике, празднике Стрелка. В этот час особенно хочу поблагодарить хозяина гостиницы «Золотой бык», который, разойдись, пожертвовал нам в качестве премии живого быка. Это потом. Ура! Ура! Да здравствует бык! Не бык, а хозяин. Итак, мы начинаем. Арбалет. не попал. Цель — приз.
присуждается мне. Как первому стрелку, не попавшему в нее. Я хочу стрелять. Мальчик, иди отсюда. Лично я не против. Пускай стреляет. Вот пускай что? Для смеха. Прикажете жарить быка? Никогда. То есть как? Бык отправится в конюшню, останется там навсегда. Спасибо большое, Бига. Спасибо от меня. От быка Карбиньяна. Большое спасибо. Спасибо. Абрахас был бы доволен мной сегодня. Сегодня возле ручья я видела вербу. Она вся распустилась, а на березах почки набухли. Это называется солнце приделало зиме ноги. Наконец-то зима кончилась. Достаточно мы с ней намерзлись. А на старом вязе возле утиного пруда я видела большое воронье гнездо. Да? Это же мой брат Кракс. Он уже много лет в этом гнезде выводит свое потомство. Надо будет его навестить. Мы каждую весну встречаемся. И пока его жена высиживает птенцов, неплохо проводим время. Да, да. Я как раз хотела сказать, что гнездо после зимы уже привели в порядок, и твоя невестка уселась высиживать птенцов. Да. Возни с ними много. Мне вот брат тоже частенько предлагает найти себе подходящую ворону и жениться. Ой, но я предпочитаю оставаться холостяком. А почему, Абрахас? Молодые воронята, они такие смешные и славненькие. Так-то оно, конечно, так. Но как подумаешь, что надо строить гнездо, ссориться с женой, заботиться о голодных воронятах, кормить. Да, ты их кормишь, кормишь, а они потом все равно разлетятся по белому свету в разные стороны. Нет, холостяком жить куда удобнее. А который час, Абрахас? Да думаю, Томас и Врони вот-вот должны подойти. Ой, а у меня пирог еще не готов. Вот нехорошо получится пригласить гостей и угощать их вместо пирога разговорами. Да. Лети за мной. Лечу.
пруда. Ну, знаю, и что? И теперь они хотят разорить гнездо. Они в первый раз, мы им раньше говорили. И теперь они хотят украсть яйца из вороньего гнезда. Это гнездо Кракса. Скорее надо что-то делать. Он так любит птенцов. Прекрати причитать. Я бегу туда. Не волнуйся, все будет хорошо. Мы бежим туда. Ты обещаешь? Нет. Ты действительно хорошая, добрая, замечательная ведьма. Вон, 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 вижу, вон, там, вон, вон. Эй, вы оба, что вам там надо? Слезайте-ка оттуда. Эй, кто там внизу, Зэ, посмотри-ка. Это Томас со своим младшей сестрой. Эй, катитесь-ка отсюда, пока целы, а то сейчас брошу сук потолще на ваши прически. И папочка с мамочкой будут ругать вас. Вы, кажется, плохо слышите. Я сказала, слезайте оттуда быстро. Это еще кто? Это, клянусь, еще одна сестренка нашего бедного Томаса, которая очень любит птичек. Дайте носовой платочек. Залезай тогда сюда, а мы будем тут сидеть сколько захотим. Так вы не слезете? Ой, тетю! Ну так оставайтесь наверху. Спасибо за разрешение. Ладно, Зэп, хватит с ним болтать. Полезли дальше. Фрид. А чё? У меня что-то с руками. Да? Чё? Я не могу мне пошевелить. Да брось выдумывать, скажи просто, что боишься лезть дальше. Ладно, сам полезу. Ой, Зэ, я что-то руки могу поднять. Мы прилипли! Мама, прилипли! Мама, мы прилипли! Отлепите нас отсюда! Отлепите от этого! Томас! Томас, Вронис, бегайте в деревню, позовите кого-нибудь! А вы слезь этого проклятого Томас, дерева! Не сердись на меня, пожалуйста! Вронис, Вронис, сними меня! Ой, то есть я хотел сказать, позови кого-нибудь! Эй, вы! Я могла бы кое-что для вас сделать, но при одном условии. Девочка, ты мне сразу понравилась. Мне девочка, тоже. Я все, что хочешь, тебя сделаю. Я только тоже меня с этого проклятого дерева. Я помогу вам слезть с дерева, если вы поклянетесь никогда больше не разорять птичий гнезд. Клянемся! Я даже близко не буду ни к какому гнезду. По километру было бы... А я даже смотреть не буду в их гнездо. Хорошо. Сосчитайте до трех и прыгайте вниз. Раз, два, три. Ну что? Не ушиблись? Нет. Можно мы домой? Можно мы домой пойдем? Можно. Можно, точно. Идите. Вы помните, что вы мне обещали? Ну что ж, ответ правильный. Теперь следующий вопрос. Как сразу убить двух зайцев? Нет там такого вопроса. Покажи! Ну ладно, хорошо. Я пошутил. Такого вопроса в колдовской книге действительно нет. Ну что ж, могу тебя поздравить. Экзамена можешь не бояться. Ты замечательно знаешь весь материал. Ой, Абрахас, ну я так боюсь, что от страха могу все перепутать и перезабыть. Смотри, кто к нам прискакал. Сама бы я никогда в жизни к тебе не явилась. Много чести для тебя, и здесь по поручению главной ведьмы. Ты приглашена на совет, экзамен состоится послезавтра в полночь. Жди нас в поле на перекрестке у Красного Камня. Но сперва подумай хорошенько. Если не хочешь, можешь не приходить. Тут и думать нечего. Я обязательно приду. Как знать, может разумнее остаться дома?
Я с удовольствием передам твои извинения главной ведьме. Уж в этом-то я не сомневаюсь. Но я не настолько глупа, как ты думаешь. И я обязательно приду. Кто не слушает советов, тому не помочь. И тогда послезавтра прощай. Итак, начнем. Посмотрим, чему выучилась за год маленькая ведьма. Кто начнет? Разрешите. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, болотная ведьма. Собственно, я хотел бы увидеть, как ты вызываешь, как ее, ветер, гром и молнию. Впрочем, ветра не надо. Давай. Да, неплохо, неплохо. Хотя я просила вызвать прямую молнию, а не зигзаг. Впрочем, это гораздо сложнее. Неплохо. Кто еще? Разрешите мне? Попрошу не свергнуть дождь. Нет. Хорошо, чуть-чуть теплее, пожалуйста. О, хорошо, спасибо. Я удовлетворена, главная ведьма, спасибо. Разрешите выходи к нам. То, что написано в колдовской книге на странице 1314. Не буду! Это неприлично! Да, пожалуйста, стой! Простите, я хотел сказать на странице 1214. Пожалуйста! Я разрешаю присутствовать тебе на нашем празднике на горе Блоксберг завтра и танцевать вместе с нами. Несмотря на то, что ты еще молода. Кстати, сколько тебе лет? 116. Будет осень. Я так и думала. Ну что ж, иди и готовься. Я не согласна. В чем дело? Она не должна присутствовать на празднике. Почему? Разве тебе не понравилось ее колдовство? Дело не в колдовстве. Дело не в колдовстве! Дело в том, что, несмотря на свое искусство, она очень плохая ведьма! И я вам сейчас это докажу! Я целый год тайком наблюдала за ней! Сейчас я вам покажу, чем она занималась! Давай! Сейчас мы увидим! Thank you.
своим глазам. Это все действительно так было? Да, все так. Она не обманывает. И это я чуть не пустила ее на Блоксберг. Фу, какая ты плохая ведьма. Это почему я плохая? Я все время делала только хорошее. В том-то и дело. Только та ведьма хорошая, которая все время делает только плохое. А ты все время делала хорошее, значит, ты плохая ведьма. Кроме того, она занималась колдовством в пятницу. Она с закрытыми ставнями, но я подглядывала за ней тайком в трубу. Показать! Нет, не надо. Я верю тебе. Завтра ты явишься на гору Блоксберг и наберешь целую кучу дров для костра. Ты сделаешь это совсем одна, и никто не будет помогать тебе. Полночь, все должно быть готово, а потом мы привяжем тебя к дереву, и ты всю ночь будешь стоять и смотреть, как другие танцуют. Будет весело. Это Вальпургиеву ночь. Да. Ты никогда не забудешь. Ой, я несчастный ворон, это я во всем виноват. Ведь я советовал тебе делать хорошие дела. Ах, если бы я хоть чем-нибудь мог тебе помочь. Да прекрати причитать. Так, я не знаю, что делать. Я сама с ними справлюсь. Не знаю как, но знаю, что к дереву они меня не привяжут. А я полечу с тобой. Да. Как на гору Блоксберг, я не оставлю тебя одну. Договорились. Я беру тебя с собой, но с одним условием. Хорошо. Закрой свой клюв и не мешай мне. Хорошо. Отлично. Теперь я знаю, что делать. Так, летим на Блоксберг. Самое время. За мной, Абрахас. Что это, Абрахас? Что у тебя в клюве? А что, разве не пора начинать? Начинать? Да. Что начинать? Начинать собирать дрова для костра. Ты же должна натаскать целую кучу дров, или я ослышался? А-а-а. Время терпит. Как терпит? До полночи осталось всего полчаса. Слышала, в деревне только что пробило половину 12-го. Я успею. Ну, начинай, прошу тебя, иначе будет поздно. Ладно, видно, придется начать, а то ты меня изведешь своим нытьем. Занимайте свои места. Или не мётлы? Мётлы. Это винтовые мётлы всех ведьм. Я их сюда вызвала. Вот она. Вот она. Это метла главной ведьмы. Что-то это значит, а? Это значит, что они сейчас будут гореть. Я их подожгу. Так, мне нужна бумага для растопки. Сюда! Что ты задумал? Сюда! Это же колдовские книги всех ведьм. Ведьмы же тебя погубят! Никогда и ни за что. А теперь слушай мое самое лучшее заклинание. Гамбери, трамери, гамбарели, трамери! Снимаю колдовскую силу со всех ведьм отныне и навсегда! Абрахас! Ты слышишь?
что их колдовские книги сейчас сгорят. Смотри, Абрахас! Значит, теперь только ты одна сможешь колдовать. Да, я одна. Я теперь единственная ведьма на земле. Да здравствует единственная и замечательная моя маленькая баба-яга. Хватит кричать, Абрахас. Мне нужно произнести еще одно заклинание, последнее в эту ночь. Где это я? Какой интересный сон. А что это ты в моем сне? Это ты в моем. Это вы оба у меня в гостях. И не во сне, а в самой настоящей яви. О, привет, привет. Слышите, полночь? Хотите танцевать у костра? Да. Я приглашаю вас на новогодний праздник в Альбургиеву ночь. Хотите? Да. Ура! Подарки раздаются позже. Ура! Сами, но лучшие волшебники мы сами. Конечно, интересно встречаться с чудесами, но лучшие волшебники мы сами. Доброе дело делайте смело, ходить мы под всеми парусами, ведь лучшие волшебники мы сами. Ответы и решения у нас перед глазами, и лучшие волшебники мы сами. Доброе дело.